Всем доброе утро. Сегодня мы встречаем утро в новом павильоне бегемотника, с новым, как говорится, с нашим замечательным бегемотом Джамбо, который в полуторагодовалом возрасте прибыл в алматинский зоопарк с Израиля. Был пока маленький он, был более такой агрессивен, пугался, как говорится, и убегал иной раз от людей, боялся людей. Сейчас бегемоту уже 9 лет. Он очень любит и обожает своего, как говорится, воспитателя. Это Ермухан у нас работает. Постоянно с ним играет. Играючи, он более понимает и слушает его команды. Уже знает своего хозяина и также к нему с лаской и относится. У них гармония. А так как я сказал, что он игривый, очень любит перед посетителями, когда приходят посетители, он выйти на сушу и резко развернуться, сделать, как говорится, большую волну, прыгнуть в бассейн и вот с этими волнами играет, показывает посетителям свою игривость. То, что бегемот водяное животное, то он корм только принимает на суше. Есть специальный вот у него отдел, где он принимает корма. И потом весь день в основном покушает и весь день находится в своем бассейне. Но когда приходит хозяин, его воспитатель, то голос услышит, он постоянно выглядывает. Или что-то принес, или вот выглядывает, постоянно ищет своего хозяина. Иди. А ну открой. Джамбик очень у нас игривое, добродушное животное. Приходите в наш зоопарк, будем очень рады. Всем доброе утро. До свидания, до новых встреч.